бассейн. Да пойдем ёбнем, чё нахуй. Мы же топ, мы же можем нахуй. Ну, а я тоже кое знать. У меня тоже последняя была. Калагор, ну го тоже с этим, с острокрылой. Давайте после этого. Убьем. Но. Калагорна уже убили. Ой, в смысле, ну Игнис идет. Ну это я этого не знаю. Помойка, блядь. Я так посмотрел, нахуй, сейчас лучше офсет собрать, чем сет, нахуй. Да нихуя. Да нихуя. Энергетический удар. Да хер его знает. Слава, я готов зайти да на лока и локом с тебя подиспелить. У тебя большой лут стоит. Не сдиспелили. Бля, Слав, давай на лока зайду, я с тебя локом сдиспелю, но. Степь него в третьего хила, чтобы он парился. Все будет диспелить с тебя. Блин. Не может он, блядь, шапая. Слушайте, такое предложение. Пусть он выберет тебя в таргет и просто весь бой жмет один диспел. Одну кнопку просто кликает и все. Ну и похуй, дамага хватит, убьем быстро.
Ну, блядь, на три рассеивания заклинания уже, да. Разбегайте. Просто от синей нужно отбежать. Не надо делать. А мы как раз сейчас перед Алгалоном дуну сходим поссать всю хуйню. Нет. Сейчас будет обидно. Я выпадет. Железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребят. Сука, и кольцо выпало. Тоже, блядь. Ёбана в рот. Год диск паролем. Не резайте нахуй, сам встанет, добежит. Че, пойдем потом куда-нибудь еще, не? Оню сгоняем. Оню, да. Оню пойти закрыть быстро. Завтра суббота, мы идем 25. Да. Да, завтра есть, послезавтра нет. А в понедельник вообще, походу, на 2 недели засяду дома, нахуй. Кинь долго силовые потыщи. Диск. Жарим, выиграл. Вообще не понимаю, какого хуя мы втроем тут только до сих пор. Так курить же пошли. Давайте курить, идите. Ну в смысле, моба надо разъебать и идти.
Блядь, ну тыкни, ну, док, я могу, нахуй. Задротер ты, блядь, клавиатурный. Извини, заранее. Ой, блядь. Какие нахуй сложные, блядь. Ну, конечно, блядь. Сидит там, хуярит что-то, блядь, нахуй. Ну, что надо, не делает, блядь. Бля, я могу магом танкануть, вообще похуй. Кто хочет, тот и танчит. Ауга хочет? Блять, не надо, а аугу нахуй. Только не аугу, блять. Я знаю, что он нахуй за... умрет нахуй. Знаю. Бля, человек в ДД умирает, ты хочешь в танки пустить? Да ну нахуй. Пусть не... Хочет не танчить, я, блядь, потанчу. Проблема. Только нахуй не заходите там ни вирки, ни хуя, блядь. А то у нас один рога так сделал, нахуй, в гильдии больше нету его. Да, давай 5 минут, нахуй, там 7 минут. 5, нормально. Миша, если в Миша пошел курить, минут 7, нахуй. Он там большую сигару курит, нахуй. Да, потому что мы придем, Миша еще будет курить, нахуй. Не скорострел нихуя. Вообще нихуя не скорострел. Нам удалось опередить Алгалона. Может, нам удастся взломать систему и повлиять на результат анализа? Перемещение завершено. Запуск планетарного анализа Азерота. Смертные. Я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. Для Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. А чё, получается, с магой и РБК ведут и геммы улучшенные, да? Да. Войт, ты здесь?
Лол, здесь посланника титанов просто так дают. Я помню, меня титаны как-то послали. Ну, в смысле, это такая рарная ачива даже на цокле. То есть тяжело сделать, там, по-моему, что-то в 232-м нужно алгу запиздить. Ну, там это тяжело считается. 5, 4. Еще собрать же шмот, там надо всех у меня. А здесь просто изи. А чё, защитника кто-нибудь сделал уже? На сервере не знаете? Защитник Эльдуара? Да. О, ну Егор еще есть. Это целенаправленно ходили или прокнуло просто? Вот у меня осталось только Хадир, блядь, Номерон и Йо. Нет, защитник это весь рейд ни одной смерти не допустить. Ну. Как это могли у тебя остаться, если тебе нужно зайти в рейд и всех боссов с нуля пронести? А если обновляется? Смотри. Да это же гон. Он не обновляется. Типа если ты зайдешь... А, типа баг, короче, понял. Нет, ну типа... Это максимальный прогресс, до чего ты дошел, типа. Типа оставался йог просто, да? Да, йог остался. До йога дойти, смертей. По всем боссам. Ну так-то, если сейчас, допустим, йогу без единой смерти убьешь, тебя чувка это не прокнет. Пойдем йог. Блять, ну, у меня только йог остался. Если прокнет, то это баг. Ну, блять, а как не умираю его, мама? Сейчас посланника спокойно сделать. Ну смотри, защитник Ульдуара, это, блядь, типа ты вот заходишь в нуля в рейд, и если ты за этот рейд умираешь, то ачивка сбивается и обновляется. То есть нужно за целый... Это как, блядь, этот, блядь, герой Нордскола, блядь. В Наксе не умирающий. В Наксе не умирающий, да. Такой же принцип ачивки. Ну, в смысле, ни с чего, а так и есть просто. Да. Она не на... Ну, это баг, если она здесь накопительная. Это баг, понимаешь? Убейте всех. Просто... Нет. Это была рарная ачива, и персов, допустим, с неумирающим, блядь, продавали там за сотни косарей, я помню. Нихуя. Кореш, блядь... Ну, как кореш, знакомый, короче.
чувак, друиды с неумирающим еще по тому времени, блядь. Получается, он уже играл на катаклизме, и у него была вот ачивка, он катовского друида продал, блядь, очень дорого. Блядь, ну ладно. Слав, как скажешь. Ну все, все, все. Дай помощнику, я хоть меточки буду ставить. Я с голосом, но я не бил сверки, так что я закосячу. Дай мне помощника, я буду черепки ставить, нахуй. Слава, я не знаю, нахуй. Дай мне просто помощника, я буду ставить череп, доебал. Вот. Видал? Не понял, пардон, мы что, в порталы не уходим от кары? Не путай кару. Ну, в смысле, я бил алгу и в десятке, и в 25-ке только на X2. Как бы в гире. Жарим. А, ты об этом. Понял. Все. Я в курсе, давай, все. Понял, я перепутал название. Тотем от огня. Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Тотем от огня. Есть что поставить? Поставил заявление. Бля, я не знаю, что на этом боссе делать. Просто хуярить, да? Понял. Каска есть, нахуй. Геру нажмите. Что, блядь, не нажимаешь, то нажимаешь, чтобы не. Левый, нечаянно, лево. Лево. Куда себя, блядь, лево? Берегитесь. Чайно сзади. Чайно центр. Кристер забрал. Берегитесь. Кара. Я два созвездия забрал, но. Нечаянно слева. Берегитесь.
нечаянно. Шаман сдох. Я сдох. Слав, меня созвездия зажрали нахуй. Не знаю, и плюс хила вообще нету нахуй. Ну, шаман лег. А, его обратно засосало шамана, понял? Да, но шаману не объяснили, что надо уходить с того места, где ты в дыру зашел. Можно лебать, это, блядь, не игра, это... Просто пошли они нахуй. Оу, кричи на АП. Да. По всем, кто просаживал. Неподходящая цель. Я не могу атаковать эту цель. И Геру с пула дай. Да хватит. Это победный по-любому. Шаман, сейчас появится, сразу Геру даешь. Давай. Нечаянно дальняя слева. Да, бля, какая дальняя, они, блядь, уже стоят 20 секунд. А
отойдите от черепа. Отойдите от черепа. Опять шаман лежит. Лежит. Я ему сейчас дал. Залейте ему маном. Понимаю, блядь. Да, он под звезду не стал разбить. Бля, в принципе, урона... А, ну... Я говорил, 100 тысяч он открыть набил. Я делаю то, что должен. Его просто три хуйни харкнуло. Я делаю то, что должен. А я смотрю, у него 2 секунды обстрел, 1 секунда обстрел, 1 секунда обстрел и взрыв черной звезды. На подобии нет, вставалка его опять обстрелом, плюс он на каре подлетел. А когда он первый раз сдох, его от обстрела сдох и взрыв звезды. Куда, блядь, и давай, нахуй, не меня, людей, блядь, не сортируй, нахуй, убиваем. Спикает, нахуй. А его, блядь, шамана, если... Поможет. Пусть шам вылим. Давайте еще раз попробуем, может, ему не, реально не повезло, там его ебало. Киля. Вообще мне похуй. Кого мы менять не будем, ебал я вас, блядь, сортировать этих людей нахуй. Пришли одним составом, убили одним составом. Бегите, блядь, быстрее, нахуй. Шаман, беги быстрее.
Или поставь шкаф. А умер чё он? Вот теперь я тебе скажу. Я встал, воскрес в точку ёбаную. Я бы с радостью бы из неё выбежал. У меня обстрел прилетел, я что сделаю? У меня прилетело просто 4 хуйни, я просто не успел отхилиться. Иногда созвездия, нахуй, начинают спавниться на РДД, на хилов. Надо от них съебываться, ну. Я заметил, вот сейчас на меня спавнились, ну, летели, нахуй, хуярить. Нахуй. В прошлый раз меня запинали. Но я от них съебываться начинаю просто. ХД я давал на прошлый раз. На сама. Или пристабак может дашь? То, ну, блядь, без него нахуй. Перед тобой. Эрдру. Иди. Берегитесь. Так. Под боссом отойди. Еще 30 тысяч рядом. До второй кары разбивается. Отойди, ОМОНчик, влево. Так, я забрался. Вот что я сделал? У меня созвездие просто прилетело. Вот что я сделал? Забирай босс. Сейчас будет срок. Вы, кстати, разные цели бьете зачем-то и нечаянно, и, блядь, на пич делать. Да и просто нечаянно один будет бить, блядь, он спит, не пусть не бьет. Пусть бьет босс. Не дай вам, блядь, все хуйни нахуй. Не ебите голову, блядь, одного человека поставьте. Да похуй, не будет, не будет, блядь, дамагом заглушите босса. Я тоже вряд ли успею. Стойте, блядь. Это не 25-ка, где, блядь, нужен темп ебаный держать. Это пофиксенная десятка. Где просто, блядь, ломается нахуй. Как солома ебаная. Одного человека хватит, он нечаянно, блядь, нахуярил, блядь, вот эти искры заебато. Пусть стоит бьет. Хули, он звездопад подрубает и похуй. Он звездопад в самом пуле сливает и не дает его. Нет. Кликните меня в вармса, я буду как кулок буду дамажить. Стоять. Ну, а Угу можно нахуй в этого. Танка попробовать, чё. Вас почему-то жарим мало, да я хотя он бьет он или босса. Так я сейчас плохо вешивал, подбивал сферы чуть-чуть. Тебе не надо осенить эти сферы. Ну... Прошлые пулы что-то орали, то что не хватает дамагов сферы, и я и начал бомбы кидать по ним. Все, так.
что-то хила мало как-то было, меня что-то уебало, 5 кхп осталось, я секунд 6 стоял, тупо 0 хила было. Гера, 2 минуты еще. Не поможет. Не поможет. Мне бдительность нужна, чтобы, блядь, звезды собирать. Приз завис. Это не поможет. Ну, заводи. Должен. Без бдилки я их не заведу, я не стою, их не бью ЛПшками за 20 метров. Я только талантом могу завести, который без КД. У вас приз, это кабель интернетовский выделил. Ебать вы мажорные, блять, одна рыба говорите, а две поставили. Чё с ШП? Я захожу в интернет, моргну. Нихуя, меня там возле дома бухают, ну. Бафайте, стамину баф. Нет. Че, может, правда, Дога в ДД нахуй, а Угу в танк, а не? Док-то разъебывает. Ну. Нет. Блядь, давай я на танка нахуй зайду. Владимира нахапала? Чтоб точно убить? Ну, хотя тут Ладомиру на хапала хватит, по сути, но. Ему как раз тринка нужна, по идее. Это появляется, это звезд, здесь сразу ставишь метку пробить. Появились, все, и метку не вижу. Заебись, вида. Слепой, блядь, что ли, нахуй? Ты чё? Берегитесь. Разбиваем. Нечаянно не зайди, нечаянно возле тебя. Лох, аккуратно будь там. Клиент, блядь. Я забрал босса. Прист вылетел. Клиент крашу. Ебать. Разбиваем. Кара в миле отошел. Забирай босс. Вот этого будем заходить, который около босса. Отходите. Заходите. Походу сейчас после кары от. Баня бдилка. Ладу поднять. Бля, отойди, ты... отойди, отойди, отойди. Как я залетел? Я не хочу тут играть. Вы че и ладу так долго поднимаете? Вы думаете, у вас шаман один прохилит? Умрите нахуй.
Че у вас какие-то сложности, блядь, с уголоном висят? Да и гораздо легче, чем 25. Какой не были, блядь, тут половины тел было. Ладно, шаман, ШП, лок, жарим. Не знаю, в чем проблема. Нету паладинов, да, понимаем, дохуя ебет. Что поделать? Есть вон лок. Ну, что хули делать? Я на локе бил. Дестрик 2-4 хули. Ну, а чё там бить? Могу побить. Говорю, а чё там бить? Могу побить, знаю. Взрывай сразу 5 сфер одновременно. Нет, рыба. Слава, ебать его в рот, закрысить решил. Да ты заебал ты свой касс. Не вижу пока, какой он это. Берегите. Выйди с собой. Разбивайте. Не на локе. Заслон. Темной магии. Говорят, сейвят. Вторую разъеку. Это что у вас две одновременно сейчас горят? Прохиливайте. Она сейчас взорвется. Хиливать. Все, последнего колобосса взорвали, в нее будем заходить. Сейчас появятся еще одни звезды, еще одну до сурового взорвешь. Стенки, около стенки стоит зря бьешь, ну ладно, похуй. Забираю босс. Берегитесь. Кара отмели. Я завиду. Не, вы просто... Одно вот это созвездие можно себе забрать? Вот, блядь, раблис. Это заведу в это. Чё похуй. Ебать, заводись. Завёл. Всё, успокойся. Я заведу вот это. Так, завёл. Сколько у тебя? 2 стака, да? Всё, давай. Я у тебя босса, короче, забрал.
Созвездие. Одно забрал? Одно забрал. Еще одно забрал. Все, два на мне, одно на тебе. Сейчас еще шоквейхом дам. Сейчас взрыв будет. Взрыв? Иди туда. Я одну забрал. Одну на себя держу. Мили будет взрывать. Да, мили. Последняя осталась. Сейчас сурово будет, я подвожу к дыркам. С нонспида запахается. Заводи, бери босса, я оставил тебя. Я завиду. Блять, это хуйня, сука. Две сферы сразу взорвали. Зачем? За что, блядь? Кать, босс. Не, вы 15% хуя слышите. Бейте, сможете. Сколько? 3 стака забрал. Созвездие. Одно заведется, и бейте. Берегитесь. Нихуя у него не накопились, вы просто разные зачем побили. Да потому что вы таргеты, блять, выбрать не можете. Вы глаза долбит. Ну, один хуй сейчас получше было, но... 10% переведет. Умирает. Ну, я там все убил, кто-то появились. И всё. Я, короче, я добил.